Всем привет, это Катя с Дашей, у нас прекрасный теплый вечер, Даша кушает то, из чего мы сейчас будем готовить суперполезную витаминную смесь для укрепления иммунитета. Несмотря на то, что мы находимся на кухне Даши в шапке, вы заметили, да? Итак, мне понадобится 200 грамм кураги и 200 грамм чернослива. Я обдам их кипятком. 200 грамм грецких орехов и 200 грамм изюма, желательно без косточек. Короче, всего по 200 грамм я буду брать. И еще, я думаю, что мне не помешает один лимон и мед. В общем, выглядит со стороны это очень-очень вкусно. Но главное, это еще невероятно полезно. Сейчас я это все. По-моему, получилось нечто очень даже интересное. И, по-моему, очень даже легко будет дальше такую штуку проживать. Кстати, я помню, что вот такую штуку, когда я была беременная в третьем триместре, мне врач выписывала каждый день по одной столовой ложке для укрепления моего иммунитета и для моего малыша. Поэтому я думаю, что она никому не повредит. Ну, у кого нет аллергии. Тут очень много витаминов, просто потрясающая вещь. Дешево, удобно и вкусно.